Подготовка к 71-й годовщине Великой Победы выходит на финишную прямую. На очередном заседании Оргкомитета Победы городские власти утвердили символику празднования. В этом году дизайнеры немного изменили цветовое оформление, а на улице города вновь появится фото ветеранов. Но теперь фронтовики предстанут, так сказать, в боевой обстановке. В этом году все-таки хотели показать больше праздника, больше голубого неба, перспективы, оптимизма. Вот примерно такой подход у наших дизайнеров, которые, наверное, все находятся здесь, за этим столом. В ближайшие выходные на площадях города заработают площадки «На встречу победе», где молодежь будет общаться с ветеранами и учиться танцевать вальс. Для пополнения стены памяти и мемориального панно на Крепостной горе уже собраны 180 фотографий фронтовиков. Партнером акции выступает медиахолдинг АТВ. На 6 мая запланировано открытие аллеи городов-героев. Землю из городов воинской славы в Ставрополь уже доставили кадеты-ермоловцы. Городские власти отметили, что общее количество мероприятий будет как минимум не меньше, чем в прошлом юбилейном году, а качество обязательно возрастет. Марк Эклиский, Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».